Что такое? Луцин, сделай никнейм нормальный. Сейчас сделаю. А чё со старым диссом-то? Шпионы там! Сломался. Теперь этот будет. Так все две. Нет. И шпион заходит, а там никого нет. Фарада, ты личку видел, что я тебе писал? Я видел, я только не понял, что ты хочешь от меня. Идеи, мысли, согласен, нет? Я не понял, что ты хочешь. Ёбаный в рот. Пошли каналом пониже. Почему я все время на этом дроссе фризит, ребят? У меня у одной так... Стан. Я просто шаманом тоже вчера тут была. Именно на этом дроссе мне даже шаманом фризит. Подлагивает. Кастов много. Может быть, да. Не знаю, с чем связано. Сейчас я туда Близзард закрою, может, из-за него лагает. Выключи монитор. Я помню твои советики, да. Я пыталась, слушай, я даже делала это, не помогает. Комната ожидания, когда мне дадут офицерку. Я же говорил, что я это делала, не помогло. Как ты можешь знать, если ты выключил монитор, помогло тебе или нет? Господи, я ровно не выключала монитор, вразка. Ну, кто хочет так? Из первых четырех групп послакать на замене? Я хочу. На аваре? На одного босса могу послакать. Не-не. Миша, ты это брось, не надо. Намикадзе на замену, Кирс в рейд. За что? Надо было спускаться в комнату. Да, в Дискорд заходишь. Главный баф на сервере, интеллект. Блин, еще бы хоть сказали, это хоть где-нибудь бы оповестили насчет нового диска. Сообщение дня гильдии читал? Вы чего, я только зашел, о чем? Серьезно, блин, вы не обращаете внимания на сообщение дня, когда заходите? Я всегда смотрю. Прям всегда. Только там сначала хуй рисовать, когда они только заметят, а потом уже... Я ну или сиськи. Минуту, да, когда начался рейд. Рада, а с хуями это у тебя личные такие, да? Да, для тебя, Редвар, да. Редвар, не обсаживайся ничего в своих фантазиях. Я думаю, у тебя личная неприязнь с хую. А ты решил на меня съехать, блядь. Короче, я не знаю, продолжая тему статиков в табличке, блядь. У вас есть выбор. Набирать людей... Это было бы клёво. Я бы сама ходила в такие рейды, чтобы хотя бы ребят одевать, чтобы они потом... Я рассматриваю эту хуйню со стороны, что... Примерно мне так это представляется. 5-7 человек это набранные люди заранее уже, которые находятся в гильдии. Но они очень слабые для ЗС и ОКО. Дают там 7 КДВС, 8 там, ну мало. Не умеют танчить или херово танчить, или может быть у них, блядь, Щита там нету нормального. Познакомиться с тактиками, это очень клево. Хорошая идея. Там даже дело не в тактике, просто посмотреть, есть ли из этих 5-7 людей люди, которые знают свой класс. Если они знают, им не хватает конкретно шмота, то ничто не помешает им, блядь, попасть в ЗСОК. Ну вот взять моего ДКшника, 259-го. 0-5, фулл контент. Еще 245. Бля, ДК хорош в Т4, ой, в Т4, блядь, ты разные вещи сравниваешь. Ну, Т4. Вот, а я от такого ДК не откажусь, который играет нормально на таком же уровне. Но у меня есть ДК. Ну, у тебя это понятно. У Шторма есть, у Энги есть, блядь. Да, у Шторма, кстати, тоже есть ДК. Это, кстати, его мейн раньше был. Это актуально будет для тех людей, у кого твинков до жопы ходить, вот по то, что ты рассказываешь. А это
ты от твинков никуда не денешься. Твинки — это будущее. Ну, это серьезно, потому что, ну, кто будет одним персонажем задрачивать эту игру? Никто. Ну, только самые отбитые. Знаешь, у меня один персонаж. Ну, я говорю, самые отбитые, блядь. Ну, просто люди разные. Есть вот люди, которые всю жизнь, там, 10 раз развелся, 10 раз женился, там, блядь. А есть люди, которые там один раз там женился и все, и до конца там своих дней, блин. Один раз и пидорас. Ну, типа того. То есть большая разница, люди просто разные. Это конфликт интересов, по то, что ты рассказываешь. А конфликта нет интересов, потому что о вкусах не спорят. Это не конфликт, это в голове конфликт у кого-то. Вот у меня нет конфликта. Если я так хочу, я так буду. Если человек хочет... Скажи человеку, у которого, блядь, все есть, зачем ему ходить такие рейды, вот объясни. Ну вот и все, и пускай не ходит. Время. Вот и все, да. Пускай не ходит. Будут ходить те, кому надо, а те, у кого есть твинки. Они будут ходить. Мы за уже ними... вот последний... Вспомни последнюю продажу, что у тебя получил. За ними будущее. Я ничего не продавал, не знаю, почему. А ты собирал свой ЛК, когда ты, блядь, ливанул просто с рейда, и все. Так же и там будет. Я так же и там ДВшный, будет. ДВшный состав не интересуется этим. Я ДВшным не буду это предлагать. Не надо ЦЛК, пожалуйста. Так и будет с вот этим говном, который ты рассказываешь. А то говно я знаю, куда впихнуть. Ну, захотят, не захотят, меня вообще не волнует. Я предлагаю, я считаю, что это даст возможность набора людей. Даст возможность набрать людей и посмотреть их в рейде сразу. А не то, что ввести пугов, которые ничем нам не обязаны. Дайте столик. Всех убили, да, сверху? Один паладин, ты что-нибудь здесь танчил? Тут нет. У нас была тактика наверху, типа мы стояли танками. Ютун, спекайся в танка. Не-не-не, стоять. Значит... Войд, ты будешь на первой платформе, Луцинь на второй. Вадим Паладин, ты находишься всегда внизу. Я хочу, чтобы его Йотун постраховал. Побегал вместе с ним. А, ну пускай ты, Йотун, спекайся. Вадим Паладин, ты всегда внизу находишься. Агриш, трэш, который появляется вверху на платформах. Танкуешь его внизу, спиной к стене. Понимаешь, да? Да, я видел это. На второй фазе, когда босс спускается на нижнюю платформу, при его появлении будут появляться два угля. Твоя задача их тоже танчить спиной к стене. В принципе, ничего сложного. Значит, по хилам. Нямка у нас бегает с Войдом, просто отец с Луцинем. Короче, на бафы пул. Можно рыбу? У меня нету рыбы. Достану. Приста нету, да? Нет. А ебать, на что, нет там приста нету? Я вам говорю, блин, рыба катастрофа. Стоит. Катастрофа. В вечерниках тоже Неликс. И Элбрил. У меня есть 230. Икс прикольный, он краснится, он на Талдорама голос похож. Неликс? Он хороший, да. Япончик. Наш единственный прист. А, япончик, вот. Он на дачу уехал. Да. Он, кстати, говорил, что конечно, будет. Конечно, на дачу. У него завтра день рождения, ребята. О чем? Заканчиваем флут. Сейчас начнется пул босса. Это повторная РЧ на пул. Я не поел. Ничего страшного, не помрешь. Бегу есть. У вас там первый Войд, да? Ты? Угу. Подлетит пуляя, короче. Не-не-не, подожди, Луцинь поднимется еще. Да он добежит до той платформы, успеет. Коте там стрельбишь. Керу. За орду играем. Хочешь, чтобы я каждый раз говорил жажда крови? Да, ребят, конечно. Не флудите на пуле.
вниз. Ничего себе. Наверное, последняя. Это ГП? Энджи, поднимешь кровавый узор. Черепок для вас, РДД стоит. Спаси хила. Колёк в РДД. Бил хила. Норс, поднимай шторы. Милтон, ты тоже не танчил, да, никогда? Поховато. Глазики вверх поднимаем. Маленькие мобы притягиваешь, попрошу туда. Если мы тоже передвигаться туда к боссу. Да. Беги по центру и туда к боссу, блядь. Что ты бегаешь вокруг? Сюда, сюда, чтоб хилы не растягивали. Сюда беги. Прям под босса, правда. Там, где босс стоит, ты должен так же стоять, только снизу. Вниз. Мог и через центр протянуть. Вниз, вниз. И не сделал такого. Копите мобов на танках. Я вам рофлит или чё? Уже будет просто 25 лямов. К тебе. Научится, будет нормально. Он бегает с моблами по большому кругу, блядь. Мне приходится... Первый раз. Нормально. Говорю, через центр можно, только чтоб рядом ребят не было, чтоб не клевануло, и все. Так максимально быстро подбор. Не бейте трэш больше. Йотун, зачем ты в танке бегаешь с нами? Йотун, ты наверху видишь моба? Это твоя задача его забрать. Один паладин не сделает. Я, блядь, в ДД, ёпта, вы чё? Я тебе говорил в танка прыгнуть, ты чё, не слышал? Вы чат читали? У меня дискорд, блядь, не работал. Хорошо. Я писал, блядь, скажите там. Помогай танку таунтом сверху моба забирать, а иначе он этого не сделает. В один паладин начинай пробовать сам забирать моба. Так я забираю сверху. Значит, забирай быстрее. Вон еще один появился. Вон он еще один идет среди. Я внизу бегаю с танками. Вот я ему привел.
Эдуард, не подбивай мобов, уже мало хп у Лара. Там один сдохнет сейчас. А кто на Ларе? Войд. Нафига вы трэш подбиваете? Ух, а Лара хп уже не спрыгайте быстрее, милики. Ну что, без анонса что ли нельзя? Кирс, ты видел сколько там? Теперь бейте. Два моба, третий вышел. Три моба держит танк спокойно. Он почти не приседает, он молодец. Я вот не понимаю, вы специально игнорируете то, что я много раз объяснял, то, что на пуле могут анонситься БР, Иннеры, Гимны. Говорить могут люди с промоутом, координировать рейд. Раздавай ГТА. После этого босса так и будет. Не убивайте. Пока тут, поднимай кровавый взор. Твои следующие два. По черепу стопнуть. Добивать. Крест живой еще. Уголь в рейде один. Лужа в миле. Черепу стоп. Забери обратно череп. Череп не хотите добить? По кресту доиграть. Уйди, 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 хил. Уйди. Ты меня лагает. Thank you.
Мгновенно я поднимаю Айзека. Забери. На следующем Гиро. Как приземлиться? Да, сразу. По черепу босс. Стоп. По кресту стоп. Они выйдут. Там типа выйдет. Чувствуешь? Спасибо, что с первого раза. Кольцо это крит. Скорость вообще падает или нет? Кстати, какой рок вчера хотел ГП снять? Не кровавый? Он самый. Снял ему? Нет. Повезло ему. Мудро. Но сегодня он бы получил еще больше, чем у него было бы. Ну, 500, наверное, или сколько, в два раза 800. И... 400 он бы получил. Да-да, я сейчас сижу и радуюсь, думаю, блин, какой вчера правильный выбор сделал. Вот, а если бы я не выбрал, это было бы 400, и плюс еще это 800. Сейчас да, его взрывом... После 400 начисление ГП идет. После 400... Ну, Сиборщик отправляется просто на замену. Мне кажется, его просто не ребафнули, потому что его уголь взорвался, его вторая смерть. Он... Это что за дичь? РЗД, это считаете нормальным, блядь? Ну, знаешь, с учетом того, что когда я сказал стоп, не типа трэша на первой фазе, только ты его бил. Мне знаешь, что понравилось? То, что когда у босса понты хп осталось, то продолжал трэш бить. В следующий раз я сюда приду и в трэш вообще играть не буду. Так тебе сказали, все РДД стопают по трэшу. Зачем ты продолжаешь его подбивать? Потому что всего... эти мелкие копятся, понимаешь? Если ты не замечал, каждый раз на одном танке может находиться до 4 мобов. До первой фазе на половине хп босса мы стопаем по трэш. А роботы бить будем? Исключение, если больше 3 мобов. Все. Других исключений нету. Там 2 моба было, ты все равно продолжал бить трэш. Наверное, у меня нет ДД-спека, тут скорее замена будет. Ты лагаешь или чего? Нет. У меня приз иногда бывает, просто останавливается и все. Ничего страшного. Кровавый взор с почином в сегодняшнем рейде. Чё у нас только соф и никто кас не хочет выбивать?
Взяла левую руку, попробую теренаску. Потом... Какие же вы ставки? Потом на книжку поменяю. А чё, взяла бы сразу книжку? Все равно никому не нужна. Книжка, которая с этого... У Вадима нет? Джайна. Джайна. Да, еще можно травму. Не, нету травмы. Она много раз падала. Еще вот два. Я друидом же не ходила. Зачем два сагрили? Кстати, у меня еще плюс здание от танца. Бери побрасывай. Сука. Кто может? Ну ладно, я сама просто. Череп бейте. Вадим сакру на рейд. Вырос видение, что уехать. Я больше не могу, я прибегаю, умираю, прибегаю, умираю. И каждый раз новая причина, я Бить. Первая причина это ты. Ну, попробуй роутер или будет не там клиент перезапустить после этого. Нет, я имела в виду не это, я имела в виду вот эти все ауешки. А я без бафов, я умираю. А вторая все твои, ты лишь. Сначала резьте все. Реловно. Со шторами. Ну, в чате ничего не вижу. Ничего не было, да, в чате. Ставлю метку, вставайте в метку. Звездочка. Если есть возможность, присумайте. Если нет, то я уже... На все давай в хила. Настя, настал твой час. А зачем она дамажит? Неплохо, пускай мгновенная в хила спекается. Мгновенно хуже, да, дамажит? Ну да. А, ну давай. Дайте рыбу бафа, а то я опять умру. Просто баф нету. Восьмая группа. Кто живой? А, вон шторы вернулся. Отбой. Пускай, оставайся в хиле мгновенно. А можно рыбу? А можно каску? А можно... Рыба будет перед боссом. Но трэш она не нужна. Блин, ты издеваешься? Конечно, я сюда роплю. Чё-то. А если без шуток, мне правда нужны бафы. А у меня пукан горит с тех, кому нужны бафы. Ну, бывает. Я каски все мазал. Я просто умирать не хочу, ну серьезно. К трэшу прибегаю, умираю. Спрячься за угол просто, не убьет ауешки. Так, шторы на замену уходят на 30 минут. Мгновенная хила. Намикадзе в рейд. А что, он сказал, уйти надо? Да, ему надо по работе там что-то сделать на 30 минут. У чипс, если кто может, поинтересуйся там вага насчет хилоспека, чтобы заметки там, не знаю, ПВЕшный или ПВПшный там. Или инвестор. А чё, Хофмас оказывает? Написал на реловнице. Бьем маба.
кастом уже сбить. Один лог, да? Он? Бегает мой. Он в бане робота заряжает. Вадим паладина нет уже Д5, да, вообще никакого куска. Есть два. Да, есть два куска. Робот танчит. Ну, я могу потанчить. Я без напола держу. Если, конечно, там у вас тактика в стене остановится. У нас тактика, вот где он стоит, там и держит. Ну, к стене подвожу и держу, да. Зачем к стене подвожу? Нет, просто поворачиваешь его в сторону стены, да и все. Лестница сначала. Против второго кузнеца кто? Что, веду? Ага. Блин, ну что, страшно? Чё, кстати, Даркис? Как тебе в аплике бегает? Даркис, а сколько у тебя осколков осталось? Можешь сказать, если это не тайна? Там много еще. Все-таки, Дарки, сколько? У меня сейчас 19. Слушай, скажи, если в обычку не ходить, это когда 4 еще. Да. Если он в обычку ходит там. Поэтому ему попроще будет. Если повезет, в принципе... Он за 3 кд он закроется. Я 23 осколка собирал, 3 и на 4 добирал. Да контрольте. Контроль мертвый. А, да. Как грудь держать на работе. Приятного аппетита. Можно я тоже пойду сделаю какао там, чайник? Нельзя. Тебе тоже? Это тебе с молочком? Не, как не, я не. Люблю. Или просто ты любишь какао? Два крабка заварят и не стакан. Можно, короче? Короче, можно? Можно отойти? Стан помогу маленькому. Любой ретрик. Беда. Ну отходи, блин, быстренько. Да я пока только чайник поставлю. Просто слышим, братка кушает, я сегодня ничего не ел. Тебе нельзя твоя диета. Какая диета, о чем ты? Совиная диета. Есть один раз в день. Это я знаешь, не... это сегодня старый ночью на эрдружку заходил своего и говорит, я тут в игру зашел и кушаю. Я говорю, ты что там инерами пытаешься? Ха. Максимальный дамаг по черепку. Ты заберешь? Ну давай. Я второго поддержу. Вы со вчерашних рейдов, воронки, БВЕшки, все это в ГБ закидывали, да? Да. Ну что, у меня было все в ГБшке.
кто убил того моба, который в филе бегает? Не таунти сейчас. Да, я не таунти его, да. Просто Т5. Верните или откиньте. Механик. Идите большого бейте. Я отдавал ему покаяние, кто его убил, я не знаю. Что вы с ним делаете? Так, тут скорее всего, что у нас? Извините, пожалуйста. Паладин. Два паладина. Луцинь будет МТ. Паладин будет, типа, в страховке, в танке, в сове. Моба не бейте, просто ведь. А если у того пала 2-5 есть, зачем ему быть оф танк? Изи будет держать. Смысла типа нету, я потому что у него бастион не будет стакаться, он, блядь, не будет в агро идти нормально. Механик там расстреливает, забаньте его как-нибудь. Да, прокинь. А, блин, а где ты? Ну чё ты так далеко от хилов убегаешь? Далеко я. Вот это бегает, бегает. Давай, триумф варов. Бутапешт, yeah. Рада, Маск, Таунт. Защитная стойка. Защитная стойка. Отражение заклинаний на перезарядку. 128 тысяч вибал. У него, кстати, в скилле написано, что он бьет 14-15 тонн. Они просто описание не меняли. Приста тоже в ПВП написано, что там просто 800 бьет. Тут варовое отражение офигенно дают ему.